Родители! Хули вы ходите за мной по магазину, блядь? Разбирайте все! И нехуй сиськи мять! Что такое цена товара? Это достоинство! Потому что ее на все кладут, ею все меряются. Причем размер, девочки, имеет значение. Чем цена меньше, тем она круче. Да, и если вдруг цена упала, радуйтесь! Это хороший знак. Плазменный телевизор Panasonic диагональю 37 дюймов всего за 24 990 рублей. Эльдорадо. Учитесь как надо. За сущие копейки. Два ядра. Хорошо. А четыре ядра. Вообще прекрасно. Мощнейший компьютер Ирвис. 4 гига, 4 ядра. Игровая видеокарта за 17 999 рублей. Эльдорадо. Учитесь как надо. Откройте, это подарки от Эльдорадо. Открывай, сука, Новый год, блядь! Итак, консультант. Консультант это кролик. Он белый и пушистый. И должен уметь делать две вещи. Быстро бегать и сильно, еще раз повторяю, сильно любить клиента. Потому что клиент это... капуста. Ясно? Зайка. Мощная автомагнитола с проигрыванием MP3 всего за 899 рублей. Эльдорадо. Учитесь как надо. За сущие копейки. Дурацкий вопрос. Где хранить грязные вещи? Для этого одним нужна помойка. А другим постирай-ка. Только в Эльдорадо сделайте покупку и получите купоны на 30% от суммы чека в подарок. Эльдорадо. Любовь полезна. Если ваш сын подрос, купите ему компьютер. Хули он как дурак, блядь. В Эльдорадо только полезные подарки. Компьютер Acer 4 ядра, 2 гига. Всего за 19 990 рублей. Девочки, ну кто это дарит? Это же для вашего защитника! Вы что, хотите, чтобы он ходил в одних трусах и все время что-то писал? Стиральная машина Vestel по цене 2008 года. 6799 рублей. Время покупать в Эльдорадо.